Добрый день, уважаемые подписчики! Рад приветствовать вас на нашем канале компании ProgressAut. Представляю вашему вниманию японский трактор марки Isekki, модель TL2500. Трактор дизельный, трехцилиндровый, укомплектован почвенной фрезой. Рабочая ширина фрезы составляет 160 см на трехточном навесном устройстве. Вал отбора мощности у нас имеет 4 скорости. По расположению у нас по центру находится механическая коробка. С левой стороны у нас располагается два делителя, один на 3 скорости, другой на 2. Также здесь у нас по центру располагается ручник. Под сиденьем по центру располагается регулировка скорости опускания задней навески. Здесь у нас находится блокировка заднего дифференциала. Также здесь располагается подъем опускания задней навески. С правой стороны у нас располагается классический раздвоенный тормоз. Под ним ножной газ. Выше под рулевой колонкой справа ручной газ. Сейчас обойдем данную модель. Состояние резины отличное. Никакой паутинки, потрескивания нету. Износ минимальный. Сохранился в достойном состоянии. Так, с левой стороны у нас педаль сцепления. Также здесь механическое глушение двигателя, прикуриватель. Там находятся предохранители. Трактор имеет гидроусилитель руля. Также с этой стороны по расположению, помимо включения вала отбора мощности, вот здесь включается 4 скорости, включение 4WD, 2WD. Трактор простой, без какой-то дополнительной электроники, все элементарно, просто и понятно. По наработке у нас 859 моточасов, постараюсь, чтобы было видно. Трактор у нас находится в городе Омске по адресу Авиационная 6. Если вы хотите более подробную информацию, переходите, пожалуйста, по ссылочке в описании на наш сайт progressauto.com или звоните по номеру телефона 8 913 629 98 59. Спасибо за внимание.